Каждое утро, заглядывая в шкаф, перед нами встает вопрос, что надеть. Кто-то выбирает офисный стиль, кто-то – повседневный. А вот фраза «встречают по одежке» приобретает новый смысл, когда мы выбираемся на большие мероприятия. Но как быть, если к вам прикованы тысяча взглядов ежедневно в обычных кофейнях на завтраке или в продуктовом магазине за углом дома? Бывает, что думаешь, блин, сегодня надо было одеться получше, и если бы я знал, что именно сегодня мне дед сфоткает в подворотне, конечно, наверное, я одевался посимпатичнее в этот день. И там, кстати, наткнулась эта публикация, я в Таиланде заболела в самом начале короны, и меня сфотографировали, когда меня везли с капельницами в ужасном виде на кресле. И кто-то сфоткал и вкинул в Супер.ру, по-моему, они это везде выложили. Это самый, наверное, неудачный лук, но тут уже ничего не поделать. Конечно, сегодня никто себе не мог позволить прийти не стилизованным. Ведь мы оказались на эксклюзивном показе первой коллекции Neo Gothic Fusion российского бренда Equigbag. Кажется, гостям мероприятия приходится тратить много времени и денег ради достойного образа. Все вместе, наверное, часа два. Ну, в среднем где-то часа два. Особенно, ну, здорово, когда макияж делает один мастер, прическу делает другой мастер, и стилист уже собрал себе лук, и ты такой оделся и побежал на съемочку. Мой лук, ну, наверное, минимум 3-4 тысячи фунтов. Я стараюсь не тратить деньги на одежду, стараюсь носить то, что у меня есть, комбинировать в гардеробе. А так мне просто бренды дарят очень много одежды, поэтому я сама особо не покупаю для того, чтобы не быть таким суперпотребителем. Все-таки хлопок и его производство – это для природы такое себе. Генерировать новые капсулы ежедневно – занятие не из легких. Поэтому посещение показов помогает повысить насмотренность. Правда, образы на нем были провокационные. С той одеждой, которую мы сейчас выпустили, мы хотим донести все-таки в массы, что женщина, она может сама, она может выглядеть, как она хочет, потому что чаще мы встречаемся с тем, что нам мужчины что-то запрещают. Вот, и... К тому же одежда может быть яркой и может быть не обязательно кутюр, чтобы носить ее каждый день и просто знать, что ты самая лучшая. Мужская половина зала была в восторге от костюмов, а вот концепция вызвала сомнения у группы с кричащим названием. А если бы ваша девушка вышла в свет в том, в чем выходили сегодняшние модели? Ну, навряд ли бы вышло, потому что все-таки, если не говорить сейчас о каком-то мачизме, о самоутверждении, не стучать себе в грудь, все-таки в паре все-таки должно быть согласие, совет и любовь. Поэтому она бы не вышла, если бы вышла, это был бы конец. Теперь мы знаем, в чем ходят звезды. А вы успели посмотреть пару образов на завтра?